Есть такая короткая история про одного человека, который взял своего сына ночью воровать с поля чужую кукурузу. И они пошли, взяли мешок, нож, и сын вольно-невольно с папой, значит, участвует в этом деле, потому что отец сказал. И отец чувствует, что он делает, конечно, дело не очень хорошее, и озирается направо, налево, чтобы никто не заметил его. А ночь, луна вверху светит. И ребенок говорит ему: папа, ты забыл еще в одну сторону посмотреть. Он говорит: куда? Туда. Бог же видит, понимаете? То есть там нет никого, там нет никого, там никого нет, там нет никого. А Бог же есть, Бог же видит. Вот сегодняшний праздник – это напоминание о том, куда нужно смотреть, потому что мы на небо смотрим редко, понимаете? Направо смотрим, налево смотрим, назад смотрим, вперед смотрим, а на небо не смотрим. И маленькие, и старенькие, все смотрите на небо хотя бы иногда. Или когда вы говорите: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое». Или когда вы желаете кому-нибудь усопшему Царство Небесное. Или вы думаете: когда это мой день наступит, когда я уйду отсюда, уйду в смысле из этого мира, настанет день, когда я исчезну с поверхности земли. Знаете, есть такое стихотворение красивое. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Наступит день, когда и я исчезну с поверхности земли. То есть куда я пойду? Туда или туда? Это большой вопрос. Значит, надо поднимать глаза на небо. Значит, вот сегодняшний праздник – это и есть поднятие глаз на небо. Когда, знаете, доктор пальчиком водит перед больным, говорит: за мной следите, туда, сюда, там, туда, такой вопрос, и туда. Это раз, и за пальчиком на небо. Вот так Христос, Он так ходил за ученика с учениками, так, они за Ним глазками так водили, туда, сюда, потом Он пошел на крест, они смотрели, как Он на кресте висит, потом Его положили в гроб, они за Ним смотрели, как Он опускается вниз, солнышко святое закатилось в гроб в самый гроб закатилось солнце. И они думали, как дальше жить? Он воскрес, явился им, а потом говорит: пошли со мной через 40 дней. И пошел от них на небо, и они вот так вот стояли, смотрели, аж не могли голову опустить. Надо было ангелам явиться, два ангела явились и сказали им: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, который от вас вознесся, Он также с неба и придет. А вы идите в Иерусалим и делайте все, что вам сказали. А что им сказали? Сидите в Иерусалиме, никуда не уходите, ожидайте силы Божией, обетование свыше. Дух Святой придет. Через сколько дней? Через 10. Сидите и ждите. И они пошли с радостью великою и находились в храме и в Иерусалиме. В Евангелии несколько раз говорится про радость. Говорится, например, когда Христос родился, сошел с небес на землю, то сказали ангелы, что мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Христос Господь в ограде Давидове, в Вифлееме. Радость, когда родился. И когда Он вознесся, они пошли в Иерусалим, и там были 10 дней, ждали Духа Святого. Тоже пишется в Евангелии от Луки, что они пребывали там с великой радостью. То есть вера Христова, она приносит радость. Если человеку печально, трудно, тяжело, то он как раз и Богом, верой утешается. А кроме веры и Бога, и Духа Святого, никто и ничто по-настоящему утешить человека не может. Отвлечь может, а утешить не может. Поэтому сегодняшний день – это день поднятия глаз на небо. Вот где наша Родина. Наша Родина не здесь. Мы все имеем житие на небесах. Так Павел говорит святой. Наше жительство на небесех есть. То есть мы здесь готовимся, так сказать, приготовляемся к небесному царству. Поднимаем глазки на небо и вспоминаем о том, что мы имеем некую почесть горнего звания. И сегодня я вам желаю попутно также и радости, потому что если вы грустные, значит вы без духа. Значит вы без духа святого, значит вы печалиться нужно на земле. Земля — это не цирк и не зоопарк, и там, значит, не кафе мороженого. Тут веселиться нечего, тут надо плакать. Плач ваш, вернее, смех ваш да превратится в плач и радость в печаль. То есть плачьте и сетуйте, так апостолы сказали. Тут нечему веселиться. Но если мы имеем Духа Божьего, мы посреди самих неприятностей радуемся.
То есть заболел, а все равно не унываю. Не получается что-нибудь, а я не унываю. Старею с каждым годом и не унываю. Там, умирать скоро, а я не унываю. Не плачу и не печалюсь, потому что Дух Святой меня утешает. Вот я сегодня желаю вам, чтобы вы Духа Божьего имели, потому что кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Тоже так сказано. У кого нету Духа Христова, тот не Христов. Тот на Христа не похож, Христом ничего общего не имеет. Крестик на шее есть, там в церковь хожу, там крещенный есть, справку могу показать, что я крещенный. А Духа Христова нет у меня, значит, ты не Его. А чтобы Дух Христов иметь, нужно на грех ополчиться, с грехом воевать, ближних любить, Богу молиться и иметь радость свыше. Не земную такую, хохотливую, такую, как в Comedy Club, такую радость, а настоящую, духовную радость. Вот сегодня, когда апостолы с радостью великою проводили Иисуса, любимого Иисуса на небо проводили глазами и не хотели даже вниз голову опускать. На земле вообще ничего интересного для них не было. Так смотрели, смотрели бы и смотрели вот, на это святое небо. Вот. Вернулись и радовались, что Он пошел на небо и опять вернется. Христос опять вернется. То есть сегодня мы провожаем Его на небо и вспоминаем о том, что Он сказал, что я приду к вам. Вы не думайте, что я больше здесь не появлюсь. Я опять сюда приду. Зачем? Судить человечество. Мертвых воскрешать. Живых изменять. И разводить людей направо и налево. Праведники направо, грешники налево. И каждому скажет короткое слово. Со мной или без меня. Говорит, отойдите и придите. Будет два слова. Один скажет, придите, другой скажет, отойдите. И все. И наступит вечность. Поэтому дурака не валяйте. Жизнь закончится раньше, чем вам кажется. Даже те, у которых еще сопли не высохли. И ваша жизнь закончится раньше, чем вам кажется. Она вроде такая длинная впереди. Ничего подобного. Она очень короткая. Дурака не валяйте, в Христа веруйте, Евангелие читайте, грехов поменьше творите, болтайте меньше, вообще болтайте меньше. Молчуны, они святые, болтуны, они пустые. Чем больше болтает человек, тем более он пустой, никудышный, не нужный никому. Не выветривайте душу, болтайте меньше, просто даже лишних слов не говорите. Молитесь лучше, добрыми делами запасайтесь. Никого не бойтесь, любите Иисуса Христа и радуйтесь, и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. Так тоже написано. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. То есть нам Бог великое царство приготовил. Поэтому, малое стадо, не бойся, Отец наш благоволит дать нам царство. Мы будем все в Царстве Божием, понимаете? Лишь бы только не пропустить свой момент, лишь бы только не отказаться от входного билета. Нас царство ждет. Люди Божии, святые, маленькие и старенькие, всех нас царство ждет. Вот пройдет какое-то время, мы соберемся в Царстве Божием и опять будем об этом говорить. Говорит, вот вы помните, я вам говорил на земле? Будем в Царстве, вот мы в Царстве теперь, понимаете? А впереди будет эта длинная великая жизнь, целая вечность. И никого не будем бояться, будем вечно жить в Божьем раю. Но для этого еще пока что нужно потрудиться. Поэтому поднимайте голову вверх и помните, Господь над нами. Господь рядом, Господь на сердце зрит, и слова наши подсчитывает, и дыхание наше взвесил, и волосы посчитал, и все, что мы думаем, знает, все знает про нас. Помните Бога, любите Бога, хвалите Бога, живите с Богом. Аминь. С праздником.